Ассаламу алейкум, мои братья. Ассаламу алейкум, Саша. Вот уже автобус меня ждет. Скорее всего, когда это видео буду вам уже отсылать, уже я буду в Бухаре, так как у меня интернета нету. Ну, в аэропорту будет интернет, но насколько оно скинется, я не знаю. Но если скинется, то ура. Но к этому времени вы уже, скорее всего, будете спать. Вот. А, думал это оставить на потом, написать, а потом подумал, что же писать, если вы знаете, что я в основном снимаю видео и обычно все так афиширую и рассказываю. В общем, хочу сказать слова благодарности всем, всей команде Turkish Helpers. Я буду дико скучать по вам, даже, Саша, по тебе, представь. По той, которая всегда, сказать, меня подправляла и заставляла переделывать, да? Вот. Свои-то 17 лет. 17. Вот. В общем, от каждого я взял определенные знания. Ну, от каждого человека. От Димы, от Рауфа, от Казамата, Кемаля, Самира. Ну, понятное дело, что если бы не Анар, я бы не встретился, да, и от Саши, и от Ромы, соответственно, тоже. И каждый унес свою лепту в моем каком-то там, знаете, в становлении, и в знании, и не только. Но огромную-огромную благодарность, что меня позвал Анар, встретил, да, приютил, устроил. Вот. Безумно благодарен за этот опыт, за этот ценный опыт, который я здесь провел. Да, там головой весь в работе, мало гулял, но это я сам такой путь выбрал, по-другому не умею, но скажу, что вот именно в таком-то и темпе, в ритме все становится интереснее. Вот. Хочу попросить извинения у всех, если сказал что-то не так, где-то поставил себя неправильно. Особенно, конечно, перед Анаром, что так получилось, что где-то маленько недопонял, что-то лишнее сказанул. Вот. Простите меня, братья. Все мы ошибаемся, но постараемся выйти в следующий раз без ошибок каких-то, да. Ну, что поделать, жизнь такая штука. Где-то недопонял, где-то неправильно понял. На то мы и люди, чтобы иногда ошибаться. Вот. В общем, еще раз, всем спасибо. Рад дико работать именно с такими людьми. Душевными, правильными, которые наставляют и направляют. Вот. Анар полезные советы давал, Казамат, как самый старший, давал интересные такие напутствующие, да, Кемаль, все, соответственно, даже Саша свои, как это называется, так нужно писать, так не нужно писать, ну и, в общем, вы понимаете меня, всех обнял, надеюсь, что с Самиром я встречусь в Бухаре или в Узбекистане, Рауфом я встречусь в Баку, а еще с кем-нибудь еще где-то встречусь. На этом у меня начинается новая жизнь снова. Казахстан, Турция, Узбекистан. А дальше посмотрим. Все, всех обнял, приподнял, подкинул, поймал.